Здравствуйте! Сегодня 3 августа 2024 года. Я показываю, в каком состоянии находится саженец грецкого ореха, который был выращен, собственно, из ореха, купленного в магазине. Обычно я снимаю все это в первых числах, но август начался так внезапно, что 1 числа я забыл снять. Вчера не получилось. Ну вот. В таком состоянии. Вот верхушка. Большие крупные листья. Очень хорошо вырос. В этом году у нас достаточно дождливое лето. Теплые периоды чередуются с дождями. И поэтому орех достаточно хорошо растет. Нижняя часть уже начала деревенеть. Вот пошла еще одна ветка. То есть это не просто листья, это именно ветка. Но он достаточно большой. Пока я его не пересаживал. Летом это делать не рекомендуется. Видимо, осенью. Или же следующей весной я его высажу в грунт из горшка. Собственно говоря, он, конечно, горшок вкопан в грунт, но я хочу его полностью вынуть из горшка и пересадить. Еще раз покажу. Вот он, толщина основания. Ну, уже почти спарец. Особенно вот эта часть самая земли. Комель. Если так можно его назвать. Уже достаточно толстая эта часть. В июле я его даже не поливал специально. Практически. Один или два раза. Только когда была сухая жаркая погода. Потому что сейчас дожди идут почти каждый день. Вон там снова грохочет гром, несмотря на то, что солнце, но где-то уже пошел дождь. И в прогнозе дождь тоже есть. Такие вот листья. О, по сравнению с ладонью. Очень крупные листья. Спасибо за просмотр.